С точки зрения установления справедливости надо ввести понятие энергорубля, потому что все эти фиксинг Ротшильда, золотой стандарт, это уже все в прошлом. Сейчас соответствие валют, паритет валют и вообще торговлю, если говорить о справедливом соотношении различных стран, народов там и макроэкономик, можно говорить только с понятием введения энергостандарта обеспеченности, значит, обеспеченностью электричеством, электроустановок. То есть есть установки, которые могут производить продукцию, значит, продукция производится, а нет установок. Ну, это только что вот мы осмотрели.